Здравствуйте, дорогие друзья, мои фотографы и коллеги. Сегодня я решил быстренько вам показать результаты вчерашнего моего мастер-класса. Дело в том, что вчера была одна девушка с зеркальными очками. И я вспомнил, что когда-то я вам обещал, что рано или поздно я вам покажу, как снимаются зеркальные очки. И вот такую простую схему я с ней придумал, потому что у нее нет ни вспышек, нет толкового оборудования, ничего нет, но снимать зеркальные очки хочется. Ну что ж, хозяин-барин платит, покажем. И сейчас я вам покажу эту схему. Она очень проста до безумия. Как вы видите, здесь стоят два светильника обычного дневного света. Ну, немножко необычно, скажем, помощнее. Но неважно. Факт то, что главное, это вот эта сфера, которую, помните, мы с вами полусферу использовали для других целей. А тут я подумал, почему бы ее не использовать для фотографирования очков. И, в принципе, вот смотрите, дело в том, что, как я уже рассказывал, если мы вот так положим очки, то, естественно, то, что здесь, отразится там. То есть, практически просто белый фон, когда надо просто очки снять без всяких зеркальных отражений. А вот здесь я снял сейчас, вернее, не снял, а взял картинку такую, фишауга, это этот глаз, как его, рыбий, да? Ну, сейчас я покажу в другом ракурсе немного. То есть это не широкий угол, это практически просто две картинки я взял, склеил между собой, а они сняты на широкий угол. И это как раз поможет нам создать впечатление, что в очках отражается действительно какое-то здание. Вот смотрите. Сейчас я сделаю поближе. То есть вот таково решение проблемы. Еще есть такой, если, допустим, не нравится этот вариант, то мы можем взять бархатку и сделать ее тоже здесь. Таким образом получить вот такой эффект. Вот это кусок акрилового пластика полупрозрачного я соединил вот здесь лесочкой. И таким образом согнул, когда мне не нужно, я просто леску отпущу, и можно будет снимать. Снимаю я где-то вот с такого ракурса мы снимали с девушкой, и потом в фотошопе уже дорабатывали. Вот мы загрузили картинку в фотошоп. Ну, первое, что надо сделать, конечно, это вырезать. То есть, дорогие мои друзья, вот таким образом можно решить множество проблем при фотографировании вот таких предметов, как зеркальные очки. И извиняюсь за такое качающееся немножко видео, потому что я снимаю сейчас с рук в целях экономии времени. Ну, я думаю, лучше такое, чем никакого, правда? Ну, а я пошел дальше работать, у меня куча всякой работы еще. Я надеюсь, что этот небольшой трюк вам пригодится в вашей работе. Всего доброго, пока!